Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре нож от компании «Ивоход» «Куклык» ВД-18. В комплекте поставки нас ожидают ножны «Кордура», сам нож и копия сертификата. Это отличный вариант охотничьего и походного ножа. Общая длина ножа составляет 290 мм. Длина клинка 160 мм, толщина 3,9 мм. Он изготовлен из марки стали 40Х13. Она отличается отличной устойчивостью к коррозии, а при должной закалке не требует постоянной заточки и обладает хорошей твердостью. В данной модели твердость достигает 55 HRC, то есть это довольно твердый клинок. Линия обуха здесь имеет подъем, trailing point. За счет этого достигнута наибольшая длина лезвия, что удобно при нарезании нетвердых предметов и материалов. Также на клинке имеется упор для большого пальца, что делает работу с ножом еще более удобной. Рукоять здесь имеет накладки из дерева, покрытого лаком. Перед рукоятью имеется гарда, уходящая вниз, которая также покрыта деревом. Сама рукоять имеет удобные выемки под пальцы. Естественно, присутствует отверстие под темляк. Нож отлично подойдет для любителей охоты, рыбалки, туризма, путешествий и отдыха на природе. Также он будет хороший в повседневном использовании. Приобрести его вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».